У меня к вам есть один личный вопрос. Дело в том, что мне нравятся две девушки. Поздравляю, ты не один в этом мире такой. Одна из них испытывает ко мне чувство, говорит, что любит меня, а вторая пока молчит. Как быть? Как вы считаете, на какой девушке стоит жениться? Недавно познакомилась с парнем по интернету. Если он у меня просит денег, дать ему или нет? Мужчина, который не может сам решать свои проблемы, все равно рано или поздно он становится твоя обуза. Они говорят, тебе же вернули эти деньги, дай нам их. И таких наглых родственников я ненавижу. Честно скажу вам, это что такое? Тем более у вас просить, вместо того, чтобы вам помогать. Вы женщина, еще у вас дети, сама одна воспитываете. Это что за недостойный родственник такой? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатову». Это рубрика по семейным отношениям, тайна семейных отношений, то есть улучшение взаимоотношений, коммуникация в семье, как помогать друг другу стать счастливым в семье и так далее. Как создать ту счастливую семью, которая вам по душе. Дорогие мои, хочу ответить на несколько ваших вопросов. Всегда ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, кому вы пожелаете семейного счастья. И не забудьте в комментариях писать свой опыт. У каждого семья свои особенности, у каждого человека свое мировоззрение по отношению к семье. И самое интересное, что я заметил, каждый человек считает, что он профессионал в этом. Вот это необычно. Поэтому у каждого человека кажется, что его собственные мысли, самые правильные мысли, когда дело касается семьи. Когда мы идем к врачу, врач ставит нам диагноз, врач начинает лечить и так далее, мы не спорим с врачом. Даже если он не прав, но мы не спорим с ним. Но почему? Хотя в семье бывает больше боли, чем здоровья, дорогие мои. А почему с врачом мы не спорим? Потому что мы доверяем ему. А когда дело касается семейной проблемы, каждый себя считает профессионалом и профессором. Поэтому часто люди иногда спорят, иногда не слышат, иногда не берут. Но итог, в конце концов, кто-то из них берет и делает, и получает хорошую пользу. Почему это я говорил? Дорогие мои, поэтому в комментариях пишите ваш опыт. Ваш опыт тоже будет полезным кому-то. Сколько бы я ни консультировал людей, и каждый раз я удивляюсь многогранности семейной жизни людей. Сколько я консультировал, это вы даже не представляете. Огромное количество людей. И каждый раз я удивляюсь, что одну ситуацию не бывает похожа на другого. Ваша правда, она иногда для другого является абсолютно неправда. А его правда для вас будет неправда. И самое главное, вы оба будете правы. Давайте почитаю вопросы, буду отвечать. Здравствуйте, Сайнур Раджабович. Я являюсь вашим недавним слушателем. И мне очень нравится ваш канал на YouTube. У меня к вам есть один личный вопрос по поводу взаимоотношений полов. Он легкий и сложный для меня. Дело в том, что мне нравятся две девушки. Поздравляю, ты не один в этом мире такой. Одна из них испытывает ко мне чувство, говорит, что любит меня, а вторая пока молчит. Как быть? Как вы считаете, на какой девушке стоит жениться? Кого выбрать в жены? Ту, которую любит, или же ту, которую я люблю? Осознанно. Мне очень нужен ваш мудрый совет. Заранее вас благодарим. Дорогой мой, если тебе нравятся оба, или ты оба любишь, оба одинаково любить невозможно, но у каждого по-своему у тебя будут внутренние уважения, любовь к ним. А мой совет тебе, если хочешь, чтобы тебе было легче в жизни, без головной боли, без проблем и так далее, женись на та, которая тебя любит. Она будет заботиться о тебе, она будет оберегать тебя, она будет ценить тебе. Но если у тебя есть чувство к ней, а если у тебя чувства к ней нет, конечно, не надо. А если ты любишь другую, ты чувствуешь так, но помни, что она будет тебе не всегда гладкая. Она не будет такая мягкая. Хочу, чтобы ты знал. Тогда женись на ней. Поэтому, имея своего возрастного опыта и консультации, которые много давал жизнь людей и так далее, если у тебя есть чувство на той девушке, которая действительно тебя любит и говорит, женись на ней. Проще будет тебе жизнь, и будешь счастливым отцом, и будет прекрасная жизнь. Но если ты хочешь иногда нервотрепка, женись на вторую.
Если тебе иногда легким грузом люди не хотят жить, хотят побольше тяжести, и вот тогда, тогда женись на второй. Потому что есть такое, бывает такое. Просто иногда порой мир такой странный, что те люди, которые иногда нас не признают, не говорят нам о любви, нам тянет к ним больше. Как ни странно, но это так. Это действительно так. Не знаю почему. Поэтому лучше жениться на то, который тебя любит. Если у тебя есть чувства к ней. Они потом будут развиваться. Уважаемый Санур Раджабович, я много слежу за вашими семинарами, и это меня вдохновляет. Конечно, за это я вам признателен. У меня такой вопрос. Мы с женой прожили почти 10 лет, но у нас детей не получилось. По мере возможности приходили курсы лечения, но из-за безрезультативности, в конце концов, у жены кончились терпение, и она, обидевшись на меня, в моем безответственности бросив, ушла от меня. С февраля 2020 года мы с ней не виделись. Как я выяснил, она сейчас находится в Турции и работает в кафе посудомойщица. Я, конечно, через ее подругу нашел номер телефона и постоянно пишу ей на WhatsApp. Но она читает мои письма, но не отвечает. Пару раз злостно ответила и сказала, что не хочет со мной жить дальше, и чтобы я оставил ее в покое. Когда спросил ее цель отъезда, она ответила, что хочет меня забыть и начать новую жизнь. Замуж пока, по ее словам, не собирается. Эти слова тоже подтвердили ее близкая подруга. Уважаемый учитель, дайте совет, как мне поступить? Не буду скрывать, я очень привык к ней, и мне очень тяжело без нее. Что делать дальше? Писать ей, хотя и безответно. Трепет ждать ее или найти другую. Пожалуйста, помогите мне заранее. Вам признателен. Возможно, она чувствовала то, что как будто вы не стараетесь, чтобы появились дети. Вы не старались, чтобы были дети и так далее. Временами, по мере возможности, вы лечились, как смогли. Но это для нее кажется, что как будто вы не стараетесь. Для женщины очень важна семья и дети. Понимаете, это разница между мышлением мужчины и женщины. Например, у женщины на первое место определено – это семья. От рождения они играют, когда в детстве они играют кукольки, дочь и матери. А мужчины какие игры играют? Прятки или всякие эти там войны, да? Бабах-бабах, стрельба и так далее. То есть получается, что на первом месте подсознательно для женщины всегда стоит семья. Всегда семья, дети и так далее. А у мужчины на первое место часто бывает пусто. А у некоторых мужчин на первое место карьера, успех и так далее. Они понимают, что если ты успешнее, у тебя и жена довольна, и семья будет, все будет хорошо. А если успеха нет, даже жена перестанет уважать. Мужчины это знают. Поэтому часто бывает, что у многих мужчин на первое место пусто, потому что они не знают, карьеру ставить или семью ставить. Потому что и то нам важнее. Если семья есть, успеха нет, тоже тяжело. Нету признания, нету уважения и так далее, тоже трудно. А если есть карьера и так далее, семья нет, тоже трудно. Вы правы, что, конечно, вы привыкли к ней. Возможно, вы любите ее, раз вам трудно. Вы знаете, мы чувствуем отсутствие людей, когда их нет рядом. Это правда. Это действительно так. Когда мы рядом, мы не ценим друг друга. Порой даже не замечаем, кто у нас рядом, какой важный человек и какой нужный человек был рядом. Мы их не ценим, когда они рядом. А когда их теряем, потом жалеем. Поэтому, что я вам рекомендую из моих опытов и так далее. У вас есть планы завести их детей? У вас есть два варианта. Один вариант, если вы хотите с ней жить, вам надо полететь в Турцию, найти ее. Предложить ей, что вы будете делать все, чтобы получилась семья, получилось дети и так далее. Но детей дает Аллах, не вы. Попробуйте лечиться. Если не получилось лечиться и нету, попробуйте, пожалуйста, этот, как называется, это есть такое искусственное это плодотворение, да, как делается. Берут ваши спермии, вмешиваются. Сейчас медицина определенный успех добился в этом. Как раз в Турции эти все услуги есть. А если дело касается денег, попробуйте, пожалуйста, занимать эти деньги. Ничего страшного. Потом вы вернете их, поработаете, вернете их. Это судьба человека. Его нельзя сравнивать с деньгами. Вы эти деньги все равно потом найдете и отдадите постепенно работу. Я много раз встречал людей, которые
13 лет, 14 лет не были детей, были на грани развода. Но потом работайте над собой. Нетрадиционную медицину тоже используйте, потому что вы оба должны быть заинтересованы, чтобы у вас появились дети. У меня 9 лет не были детей. Я знаю, что это такое. У меня самого 9 лет не были детей. И это очень сильно психологически давит. Очень сильно переживать начинаешь. А вдруг не будет? А вдруг того и так далее? У моей старшей сестры нету ни одного ребенка. Моей старшей сестры. Соответственно, когда долго у нее не было детей, моя мама сама пригласила сестру, пригласила зятя и сказала: «Женись, но и смотри свою первую жену тоже». И моя сестра согласилась, и старший, то есть его муж женился, и у него 6 или 5 детей, и моя сестра их всех воспитывала. Сейчас зят ушел от жизни, но она воспитывает его детей. Ну, его вторая жена тоже. Поэтому такие случаи бывают в жизни, но очень надо быть осторожным. Я рекомендую вам, идите к ней в Турцию, найдите ее, поговорите с ней, скажите, что вы готовы, чтобы было так. Попробуйте сделать все, если вы хотите оставаться с ней. Это один вариант, что вы искусственно попробуйте использовать вот медицину, попробуйте, чтобы у вас появился свой ребенок. А если это не получается, установите, удочерите кого-нибудь. Если вы любите эту женщину, хотите с ней жить. Есть очень много детей, которым нужны родители. Их очень много. В крайнем случае используйте это. Но если вы хотите с ней жить, а если у вас нет желания с ней жить и так далее, тогда другое дело, найдете другую женщину. Но я бы на ваше место делал бы первую. Мы будем молиться за вас. Мы будем молиться, что у вас появились дети. Уважаемые слушатели, кто слышит меня? Я не знаю, как зовут этого человека. Давайте все вместе помолимся за него. Потому что только молитвами можно решать этот вопрос. По-другому никак не решишь. Детей дает только Господь. У вас есть дети, наверное, кто меня слышит? А вы знаете, какое чувство испытываешь, когда у тебя есть дети? Давайте пожелаем ему, чтобы это стало для него тоже реально, чтобы Господь позволил ему почувствовать отцом и его жену, любимый мать. Давайте вот так, искренне все помолимся за него. Господи, помоги этому человеку. Йо Аллах, дай ему детей, дай ему того ребенка, великого ребенка, который удовлетворит его мечты. Здорового ребенка, полноценного, умного, дай ему много-много детей. Потому что ты велик, и все в твоих руках, и ты кому пожелаешь, тому и отдаешь. Только тебе доступно это все. Мы нуждаемся именно в тебе, Господи. Йо Аллах, помоги. Помоги этому человеку. Сделай его счастливым отцом и его жену счастливой матерью. Аминь. Я думаю, что если больше 7 человек молится, Господь всегда слышит молитву и всегда реализует просьбу. Просто надо искренне верить в это. Придем к следующему вопросу. Дорогой наставник, пожалуйста, анонимно. Я девушка, мне 29 лет. Я не была замужем. У меня родители состоятельные, алхамдулилла. Читают намаз. Недавно познакомилась с парнем по интернету. Мы понравились друг другу, даже зовет замуж. Хотя не виделись еще. При разговоре выясняется, что он в долгу перед поставщиками около 100 миллионов тенге. И плюс еще у него нет стабильной работы и квартиры. Как мы с ним начинаем разговаривать, он начинает: «Вот я должен этому столько-то, а этому столько-то». Вместо того, чтобы мы получше узнавали друг друга, он начинает ныть. Я считаю, что он познакомился со мной из-за статуса. Он еще не просил у меня денег, но при любом случае начинает ныть. Если он у меня просит денег, дать ему или нет? Но деньги ведь не мои, а родителей. Да у меня есть основная работа и пассивный доход. Помогите, пожалуйста, наставник, как мне быть? Стоит ли мне дальше с ним общаться или нет? Мне важно ваше мнение. Желаю вам здоровья. Да хранит вас Аллах. Спасибо. Дорогая моя, мужчина, который не могут сам решать свои проблемы, все равно рано или поздно он становится твоя обуза. И рано или поздно этот человек станет твоей головной болью. Запомни мои слова.
А ты его поддерживай, просто вдохновляй. Скажи так: у тебя есть проблема, я это знаю, но ты справишься. Вот так скажи. Но не давай ему деньги. Никогда не давай. Это неправильно. Не давай. Он должен сам научиться выйти из своей ситуации. В конце концов, не ты являешься причиной, что он попал в долгах. Не ты являешься причиной. Если ты сейчас за него будешь решать эту проблему, или твои родители, и ты думаешь, что он останется благодарным, да он повторит эту ситуацию еще несколько раз. Я знаю одну похожую ситуацию. Девушка, родители помогли эту девушку, один к одному похож на твою ситуацию, но только там у него $500,000. То есть получается, у отца этой девушки есть еще сын. Сын бизнесмен. Отец настаивал, чтобы сын, то есть отдал долги за муж сестры. $500,000. Он давал. А этот зят старается их вернуть. Прошло 12-15 лет. Он наоборот еще залез в других долгах. И опять они вытаскивали его. Потому что у этой девушки несколько детей. И каждый раз она приходит, плачет к отцу. Отец зовет брата и настаивает, что брат помог сестру вернуть долги. Я считаю, что это несправедливо. Это несправедливо, что за чью-то глупость кто-то должен платить. Нет, он должен ответственность нести сам. Он должен научиться нести ответственность сам. Поэтому мой просьба к вам такое. Если этот парень вам нравится, но вы ни разу не встретились с ним, но вы по общению уже начали понимать немножко, может быть, в чем-то друг друга. Но попробуйте встретиться с ним, понять его, лицо к лицу увидеть его. А там может быть фотография любого человека поставить в интернет, познакомиться. Там прямо Майкл Джексона поставить, познакомиться с вами. Он вам понравится как мужчина? Это еще не факт. Общайтесь с ним немножечко и так далее. Посмотрите. Вот. Но ни в коем случае не дайте ему деньги, даже если просит. Вы ему, даже если просит, скажите, что да, хорошо, нормально, старайся добиться. А если еще раз жалуется, ноет и так далее, и так далее, скажите ему, что ты можешь справиться. Попробуй справиться. И в конце концов дайте ему понять, что вы не собираетесь за него решать эту проблему. Поэтому об этом говорить вам бесполезно. Вот так и говорите ему откровенно. Вы скажете: послушай, почему ты постоянно об этом говоришь? Есть какая-то другая тема, что, которая меня вдохновляет и выселяет к тебе уважение. Зачем мне слышать постоянно про твою проблему? Я заинтересован, что ты закрыл его, поэтому я знаю, что ты справишься. Вот так и говорите ему. Посмотрите, если в течение определенного времени изменения есть, улучшения есть, он старается это все закрывать и показывает вам результат, тогда это сильный мужчина, выходите за него. Но если он не справится со своей ситуацией, которую сам натворил, вам не нужен такой мужчина. Зачем вам? Ну что вам 29 лет? Зачем выйти замуж на того, кто станет головной боль для вас? Я желаю вам успехов. Мне кажется, что я вас знаю. У вас сильный характер. Да, Аллах вам здоровья. Так что вы справитесь. Пойдемте дальше. Здравствуй, дорогой наставник. Меня зовут Саюра. Я из Душанбе. В данное время живу и работаю в Москве. Я со своими детьми слушаю все ваши видео и сама себя успокаиваю. Я 16 лет работаю в Москве. Чернорабочий. Зимой чищу снег, летом мою подъезды. Каждый год одна и та же. Все из-за моих наглых родственников. Дорогой наставник, я даже накопила денег, чтобы поехать в хадж, в умру. Но в тот же день, когда мы должны были улететь, закрыли границы. Нам вернули наши деньги, но есть люди, которые, не стесняя, спрашивают эти деньги. Они говорят: тебе же вернули эти деньги, дай нам их. Мне 47 лет, у меня нет дома, дети мои несовершеннолетние, муж нас бросил. Я с надеждой коплю деньги на квартиру. И как бы я теряю надежду, не знаю, с чего начать. Для бизнеса мне, наверное, поздно. У меня нет уже больше сил чем-то заняться. Хочу накопить деньги, купить квартиру, уехать домой. Дайте, пожалуйста, совет. У меня есть немного сбережений. Что вы посоветуете? Купить квартиру или все же заняться бизнесом? Заранее спасибо. Чтобы заниматься бизнесом, надо понимать этот бизнес. Чтобы заниматься бизнесом, у вас должно быть опыт в этом бизнесе, в этом направлении. Боюсь, что с таким мышлением у вас, если вы начнете заниматься бизнесом, вы потеряете то, что у вас есть.
Поэтому рекомендую лучше купить квартиру. А то, что родственники, которые просят, ни в коем случае не дайте. Мало ли, что они просят. Они что, за вас собрались, убирали снег по зимой? Они что, за вас мили подъезд? Пусть сами идут, работают. И таких наглых родственников я ненавижу. Честно скажу вам. Это что такое? Тем более у вас просить, на место того, чтобы вам помогать. Вы женщина, еще у вас дети, сама одна воспитываете. Это что за недостойный родственник такой? Да пусть он вам помогает, если у него есть хоть капля крови, мужества или человечности. Неважно, это мужчина или женщина. На место того, чтобы вам помогать, вы у вас, они у вас просят деньги, это какими сердцами они это делают, какими мозгами? Я не понимаю таких людей. Так что, единственное, кому сейчас в этой ситуации нужен помощь, это вам нужен помощь. Единственное, кому больше всех нужна поддержка, это вам нужна поддержка. Единственное, кому нужна в дальний момент забота и вдохновение, это вам. Так что никому ничего не давать. Это очень важно. Идите купите квартиру. Потому что в дальний момент, если я советую вам пойти делать бизнес, боюсь, что у вас нет опыта, и энергия слабая, уже жизнь, возраст, вы можете потерять эти деньги в бизнесе. Бизнес сложная вещь. Бизнес нелегкая вещь. Не всегда получается зарабатывать деньги в бизнесе. Пока вы поймете, как зарабатывать, можете потерять эти деньги. Поэтому лучше сначала купите квартиру. Потому что вы их долго накопили. 16 лет работать физическим трудом. Я понимаю вас. Вы лучше купите квартиру, но детям скажите, чтобы они не занимались физическим трудом. Чтобы они учились. По чуть-чуть поработать, купите им книжку. Вот сейчас YouTube облегчало огромную жизнь людей, информация стала доступна. Просто каждый день помогите детям, чтобы один час послушали советы мудрых людей. Приобретая мысли богатых и мудрых людей, ваши дети станут умными. Пусть время не тратят на улице, пусть время не тратят на пустую, пусть они вкладывают его в чем-то ценного. Знаете, у меня нету много друзей. Хоть верите или нет. Однажды один мой однокурсник сказал, вы никуда не ходите, ни с кем не общаетесь. Я сказал, знаешь, по крайней мере, у меня есть только несколько количество друзей, которые по телефону общаюсь или встречаюсь. Или когда у меня есть чуть-чуть время, я общаюсь с книгами, и через книги общаюсь с умными людьми, получается. Или в Ютубе посмотреть то, что мне нужно, или изучать биографии успешных людей. Таким образом, я общаюсь с такими людьми, которые мне нужны. Если прямо так, у меня доступ нету к Дональду Трампу, то я могу его книги читать. Или доступ нету к Алишеру Усманову. Я могу просто прочитать его биографию, как он это делал. Вот таким образом, по крайней мере, из 10 мыслей у них, советы, один из них мне помогает в чем-то. Поэтому рекомендую вам вот так делать. Я желаю вам успехов. Будем молиться за вас. И надеюсь, что когда-нибудь вы подниметесь однажды. Ваша задача вкладывать сейчас в детей. Пусть они станут успешными, и они позаботятся о вас. Ваш бизнес теперь – это ваши дети. Дети – это самые лучшие инвестиции. Вложите в них. Дорогие друзья, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Ставьте лайк под наше видео, поделитесь нашим видео. В комментариях пишите свое мнение, пожалуйста, свой опыт пишите, свои пожелания пишите, но пишите только полезные. Когда вы рот открываете, пусть оттуда должно выходить самое хорошее. Хорошо? Желаю вам успехов.